Деньги, которые компания «Норникель» выплатила за разлив топлива в Норильске, должны быть направлены на улучшение экологической ситуации в самом городе и прилегающих территориях. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент отметил, очевидно, что эффективно потратить такую большую сумму на улучшение экологии Норильска в короткие сроки не получится. Но в долгосрочной перспективе город должен получить эти средства. По информации Министерства финансов Российской Федерации, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель». Соответственно, компания отказала от дальнейших претензий. Хотел также сообщить вам, уважаемый Владимирович, об этой, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт. Что касается поступления средств от компании «Норникель», мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет, и мы надеемся, что так и будет дальше. Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе.